Итак, давайте приступим к семенам. Обзор. Магазин Оби. У нас город Волжский. Я вам показываю сперва цветы. Смотрите, какой стенд. Это все декоративные растения. Конечно, я все показывать вам не буду. Я просто покажу, какие цены. И пробегусь быстренько. Если я буду каждый доставать, то я здесь проведу, наверное, не один день. Давайте я вам сразу покажу, какие цены и что есть. Давайте вот так. Есть эустома. Я буду вот так вот идти. Если что, ставьте на паузу. Это вот все цветочки у нас красавицы. Говорят, после Нового года цены у нас подлетят. Хотя я не знаю, как сейчас. Может быть, уже ближе к Новому году все подлетело. Так, тритунья 73 рубля. Это все петунья пошла. Вот такая вот цена сейчас. Я не помню, какая цена была весной, потому что я заказывала в интернете. В этом году не буду. Очень дорого стоит. В общем, доставка дорогая. Я не могу за доставку 300 рублей платить. Это с кем-то надо совместные покупки делать. Так, я стараюсь помедленней. Стабилизацию я отключила, потому что стабилизация не дает при близком расстоянии снять четко. Поэтому рука шевелится. Но я стараюсь вам показать. Хочу уложиться я побыстрее снять, чтобы видео не затягивать надолго. Как красавица вот эта вот эустомка. И вот такая денюшенька осталась. Я в этом году эустому не решила сеять. Уж больно с ней как-то заморочно, капризная. Сегодня я уже купила семена у нас на рынке. Ходила я цинию уже купила. Низкорослую бархатцу взяла. То я все в интернет-магазине заказывала. А теперь все у нас дорого. Так, что у нас там? Танго есть. Танго я сажала. Это кустовая, но я сейчас уже не помню, как она себя вела у нас. Так. Мини-тунья. Цена какая? 179 рублей. Ого. Так, а это ампельная мечта. Ампельная мечта, это, наверное, у нас опера. Опера малиновые прожилки. Помните? У меня на даче опера вот такая росла в этом году. Ну, конечно, от жары в этом году все болело. Даже не знаю, взять. Давайте срок годности посмотрим. До 24 года. Расфасовка 21 года, 2 месяца. Это февраль. Ой, куда повесила. Так что это вот опера ампельная. Очень хорошая. Так что есть опера ампельная красная. И, скорее всего, опера это красная и синяя. Цена 129. Дальше есть опера лилово-синяя. Это лилак айс, насколько я помню, у нас. А вот здесь вот парпл. Я, наверное, сейчас не удержусь, я возьму. Что будет, то будет. Я боюсь, она подражает. Так, что у нас там еще из оперы? Опера есть пурпурная вместе с синей. И опера синяя. Есть петунья ампельная, Purple Velvet. Тоже очень хорошая.
Я сажала коралл. Один кустик, литров на 20 я сажала. Он разросся весь, прям хорошо. Так, что у нас там? Пируэт есть. Такой вот млечный путь. Видите, как брызги. Мультифлора внизу тоже как брызги. Потом махровая. Призм, клубничное мороженое. Ампельная симфония бордовая. Но что это за сорт, я не знаю. Они же в упаковках их называют как-то там по-своему, фасовщики. Вот такая есть. Тайдал есть. 159 рублей, ого. В интернете, я помню, заказывала я еще до 100 рублей. По-моему, 89, что ли. Потом вот такая есть. Тайдал. Но тайдалы – это мощные петуньи. Одной, наверное, семечки, ну и одному кустику литров 40 точно нужно. Так что смотрите. Тайдал очень мощный. Ну, их любят. Я не очень. Не сажала, но и как-то нет желания. Шоквейв. Цена, смотрите, обратите внимание, какая цена здесь стала. Как бы еще выше не стала. Так, танго. Потом Shockwave Deep Purple. Wave Purple. Цена такая же. Но только Shockwave Deep Purple стоит 169 дороже. Как это Рапунцель? Что это Рапунцель? У нас тоже петунья. Что за Рапунцель? Такую мы не знаем, я не видела. Так. В общем, давайте быстрее я покажу вот так. Сразу и ценник показываю. Танго, танго. Ну, в общем, вот так. Что еще показать? Бархатцы. Флоксы есть, друмонды. Цинии. Циний очень много тоже. Так, так, так. Ну, давайте другой стенд начинать смотреть. Давайте покажу Эустому вот такую красивую расцветку. И вот еще нежно-розовая. Это, наверное, высокорослая. Давайте я достану, посмотрю, высота растения. Так, да, 115 сантиметров. Это высокие. Ну что, бежим дальше. Давайте здесь быстренько петунью посмотрим. А, грандифлора, канкан, цена 59. Лавина лимонная 41. Лавина белая, 37. Канон. Вот такая вот. Дальше у нас канон лососевая, 43. Ампельная лавина розовая стоит на 48 рублей. Изи Вейв Империал. Знаете, красная с желтенькой. 159. Петуни очень много. Мне кажется, это уже был завоз. Либо свежий. Либо я не знаю. Смотри, какая цена. 189 рублей. Ампельная гибридная Екатерина. Там Донна какая-то. Я такой не знаю. Даймонд. Саншайнс. Или Шайн. Саншайдес. Так. Вейв. Парпл. Классик. 159 рублей. И фрилетунья. Дальше у нас вот такие еще есть. Волна нежно-розовая. Дабл каскад. Даймонд. Парпл.
ампельная Dark. Вот такая вот, тоже как звездочки. Звездное небо называется. 60 рублей. Так, так, так. Ну и цены. Вы чувствуете, что недешево нам обойдется. Дай бог. В новом году наши посадки. Джоконда 129. Так, желтая, похоже на то, что я сажала. Что это за сорт? Ну, желтые, желтые. В общем, они не пишут. Джоконда Дабл Каскад Блум 60. Пурпурный. Так, волна пурпурных звезд. Мини-тунье 179. Танго Билла 39. Такая крупноцветковая 37. Дальше у нас волна сливовая 179. Волна сливов. Это случайно не опера? Смотрите, не знаю. Так. Дабл Каскад Микс 60 рублей. Джоконда красная 129. Вот такая красавица тоже 63 рубля. Вся такая брызгами. Желтенькая. Смотрите, какая желтая-желтая. Не знаю, что за петунья такая. Желтых таких. Петунья гибридная. Может, какая-то новинка. В общем, вот такая. Сейчас все новые-новые сорта. Ой, не падай. Давайте быстренько. Вот хочу быстренько. Видите, сколько много оказалось. Вот такая вот Easy Rose Fusion 159 рублей. Easy Wave. Гибридная капелла 147 рублей. Лавина Синяя Звезда 37 рублей. Лавина Смесь Окрасок 45 рублей. Это ампельная. Так, петунья гибридная капелла 47. Синяя Индианка 99. Что за Индианка, я не знаю. Желтый каприз 37 рублей. Dreams Coral Morn. Это Грандифлора 77. Джоконда многоцветковая 129. Но вот Джоконда у нас в такой жаре много семян выдавала. Я больше не хочу ее. Я только пробовала один цвет синий. Ну, в общем, больше не захотела. Вот волна голубая. Пробирка. Так, пробирка. Это так называется? Нет, называется просто волна голубая. Смотрите, какая она красивая на картинке. На самом деле. И цена такая у нее хорошая. 179 аж. Да-да, чувствуется. Так, это Грандифлора. Бордовая. 41. И 43 рубля. Это Альба. Ого, сколько ее... Петунья Альдерман. Это, по-моему, простая петунья. Ну, как бы наши селекционеры ее выводили. Но она как простая петунья себя ведет. 23 рубля. Она у нас даже с семенами потом зашла сама на следующий год. Так, Валентин. Ой-ой, Валентин. Это хорошая петунья. Но показывает себе только пол-лета. Все свою красоту отдает. Потом ее либо омолаживать надо. Не знаю, что с ней делать можно. Больше не хочу. Ну, красиво, как гвоздичка. Да что ж так наложили, гляньте. Прямо вверх. Сейчас я отключу, поправлю все. Так, все, повесила. Мини-тунья, волна коралл, 179. Пробирка, там, наверное, пробирочка внутри. Я не знаю, почему здесь написано пробирка на ценнике. Так, дабл каскад, орхид мист, да. Вот такая махровая красавица. Ну, я от махровых решила тоже отказаться. Дуо 69. Дивный сон. Махровый 65. Жемчужина розовая. Ампельная петунья. 189 рублей. Давайте почитаем, что это. Пендула.
Это пиндула. В интернет-магазине Соло тоже такую видела, но не брала. Пендула, я не помню, может, брала. Надо в интернете у себя посмотреть, что я там брала. Так, бордовая Калифа 41. Такой белый краешек, видите. Каскад петунии Бургундии. И такая красавица Софистика Лайм Биколор. Ну, она красивая, но полкуется у нас. Так, что там у нас? Софистика Лайм Грин. Такая она желтая с зеленцой. Они по 130 рублей, вот эти вот софистики. А, каскад синий. Что это у нас? Махровая, крупноцветковая. 57 рублей. Калифа вишневый 41. Изи Вейв. Ого, цена. Смотрите, Изи Вейв. 239 рублей. Вы чувствуете? Уже я чувствую, что дороже все стало. Хит продаж. Да-да, хит продаж. В этом году, пожалуй, будет хит продаж. Так, Дуо Бургунди 59 рублей. Потом Дольче Фламбе. Она такая как бы разноцветная. Видите, у нее несколько цветов. Вот так вот тут. И желтенькая, и розовая, и кремовая. Какие-то прожилочки. Дабл Каскад Орхид Мист. Петунья, волна красная, вот такая вот, 179. Это ампельная тоже. Нет, называется суперкаскадная, вот видите. Так, Валентин, другой производитель. Но она больше, наверное, вот такая, как вот на этой картинке. Так, здесь тоже Валентина. Где-то Валентин называют, где-то Валентина. Но на самом деле Валентин. Это в честь, по-моему, святого Валентина. Петунья Артист Махрова 37 рублей. Глафира 31. Дабл Каскад Орхид Мист 119 рублей. Это махровая. Флоренция 39 рублей. Дуо Лавандовая 60. Тоже махровая. Изи Вейв Блу 159. Калифу красный. Давайте я дорогие посмотрю, которые до 24 года. 21 фасовка. А, 21-го, давайте, месяц я пропустила. Угу, шестой месяц. Ну, вроде как, шестой месяц, не знаю. Так, красная 41. Ой, наверное, они прям вот только наложили их сюда. Каскад махровая смесь. Какой-то мишка появился. Такой, как детский рисунок. 65 рублей. И ценник, конечно же, тоже. Лаванда. А, нет, ламбада, бургундия. 43 рубля. Так, ну и что тут у нас тоже петунья? Доукас красный с белым. Это махровая, 55 рублей. Калифу синяя, 41. Так, Изи Вейв, 239. Это микс. Тут вот и блу, и бургундия. И белая нарисована. Ага, ну и цена. Так, Дуо Фройлен 59. Донна Пикати 36. Дабл Каскад Петуния 69. И вот такая вот смесь. Читайте. Глори Оза. 60 рублей. И вот это у нас Вейв каскадная Кармин Велюр и петунья Афродита белая Фрилетунья. Так, с петуньей закончили. Давайте я другое видео начну снимать, потому что Амура Мио пропустили. Видите? Вот Амура Мио 139 рублей. Угу. Вроде как все с петуньей. Так, все с петуньей закончила. Другое видео начну.